друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как что, Олежа Кофе, со мной сегодня Джули Фрючики, Сонечка Жико, Серега Буду. И добро пожаловать на новую серию по Муничку в CSGO! Ну что, дорогие друзья, вам перед началом этого ролика желаю приятного просмотра. Конечно же, приятного аппетита, не забудьте заранее подписываться на канал, конечно же, ставить лайки. Ну а сегодня у нас реально офигительная карта, где очень много нычек и телепорта. Поэтому, друзья, мы начинаем, погнали! Ребята, наверняка вы слышали про MyCSGO. Здесь вы сможете открыть любой кейс на свой вкус и цвет. Ну и это еще не все. Испытать свою удачу в таких режимах, как сражения, контракты, апгрейд, карточки и не только. Также каждые 24 часа вы можете крутить колесо бонусов совершенно бесплатно. Ну и конечно же, не пропустите халяву, ведь по моему промокоду 2 кофе вы получаете плюс 40% к пополнению баланса. Все подробности можете узнать в моей группе ВКонтакте и, конечно же, в описании. Желаю всем удачи, ну а мы возвращаемся к видосу. Ну что ж, дорогие друзья, рубрика экспериментов у нас снова продолжается. Я одна жертва против трех сразу манекен. Ну что, парни, вы же понимаете, что у вас не получится. У вас не получится меня найти. А если вдруг я прямо сейчас возьму тебя и зарежу? Нереально, нереально вообще. Такого не может быть. Такого просто не может быть, пацаны. Вы это понимаете вообще или нет, а? Вы же слабенький. Какой второй этаж? Вот я вам подсказочки тут даю всякие. Ну вы что, вы реально гоните, что ли? Какой второй этаж-то, елки-палки-то, а? Я на первом этаже сижу. Я сижу. Нет, да вот, я дверь на первом этаже открываю. Ну ёк-макарёк, ну пацаны, ну как так можно было? Значит, он точно не на первом. Ребята, садимся, значит, ты между. Он между этажами. Сейчас будет смерть. Да. Через три, два. Вы что, прикалываетесь, что ли, а? Ну ёк-макарёк, пацаны, а? Ну да, уж ладно. Олег, что с тобой? Ну я не понимаю! Ну и что ты хочешь делать? И что ты этим хочешь добиться? Скажи мне, пожалуйста. Ну что твой слабенький, парни, реально? Что вы какие-то слабенькие, пацаны? Счет как-то... Хотя, где тут трамплин был? Что тут взлетел? О, да Лема! Он на втором этаже, на втором этаже. На втором? Сейчас, он сейчас выпрыгнет, подожди. Тихо, спокойно. Спокойно, пацаны, не двигаемся, не дергаемся, Я слышу, как они бегают по дому. А где он? Ты сказал на втором этаже. Нет, на втором этаже, Вот, даю подсказку, Да чего, Олеж-то, а? Вот еще подсказку дал, еще, пожалуйста. А здесь, у меня в комнате. А что не сработало? А чё не сработала ловушка? What the fuck? Ну чё это, как так? Да, да, самая ловушка, блядь. Ну а где вы там? Да, сработала. Ну, мальчики, не вижу, в этом-то и проблема. Так они слышки все знают, они боят дело, что легко будет убегать. Я по ним и тем же местам. О, ема! Тут телепорт есть какой-то жесткий. Подожди. А вот он, здорово! Олеся замолчал, значит, напряженная ситуация. Олеся? Он на деревянном. Олеся? Да вы... Сука, вы ебали тебя. Отрывай там трубу этого вашего. Ну что ж, давайте откроем, пойдем зарежем его быстро. Чё вы не сделаете? Ребят, я просто на Чернобыльская станцию хуёво работал. И куда? Оп-оп-оп-оп-оп. Лови меня. А где он? Телепорт какой-то был. Он, короче, прыгнул. Он прыгнул в окно и утащил. А, все, нашел. Да, что ты говоришь? Нашел, я телепорт нашел, он вот этот телепорт прыгнул. Нашел. Бенц! Прыгнули еще разочек. Что, не получилось, да? Бенц! Не получилось, да, пацаны? Не получается, может, сюда играет в этот раз? Не работает, да? Бенц! Прыгаем, телепортируемся. Да, чисто с ПК играет. Вы что, гоните, что ли? Вы меня на первом этаже не видите, что ли, а? Подожди, а где вот эта тачка вообще? И телепортируемся. Куда телепортируемся? Прыгаемся и телепортируемся. Ага, сука. Не получилось, да, Женя, понимаешь? Ну прыгай. Бенц, прыгаем, телепортируемся. Фейк, бля, прикиньте! А что там такое? Я принял. Сука! Где он, значит, нычится? Такой ты, конечно, сброта! Повелся на такую самоногу! Охуеть, я впервые вижу такую нычку! Бенц? Прыгаем, телепортируемся. Он это все видит. Прыгаем, телепортируемся. Далее же вылезаем. Ну что, ребята-то, а? Ах ты, сучка, дожидался его. Конечно. Костика, естественно,
По улице бегает на первом этаже. Куда? Куда он побежал? Блядь, где он еще бежит? Скажи опять фейк, блядь. Улетел. Блядь. Не смог. Блин! Что такое было сейчас? Ой, залагало что-то! Залагало! Ну нифиг, такие лаги бывают! Блин, ну ничего себе! Блин, вот это сейчас было! Ну здорово, да! Опять залагает, да? Ой, ебать, нахуй закатулись! Ой! Паркур есть какой-то? Там уход, там второй этаж идет! Или нет? Подожди! Ух, ЕМА залагало! Я слышу вот здесь! Гиги за шаги, ЕМА залагало! Тихо! Спокойнее, господа товарищи! Будьте бдительнее, ребятушки! Ух, ЕМА! Опа, близко! Да он там, блядь, связь? Да сука, ну-ка, по кустам, блядь! Ух, ЕМА тут нет! Тихо! У машины где-то! Ну как так-то, парни, ну вы чего, да? Прям, может, все это время он на одном месте сидит и на своем модельке где-то? Кто сейчас в доме? Иди дальше. Вот тут иди. Да иди. Что за фигня? Назад вернись, говорю. Назад. На диване. Уёбок, блин, дырку взял в полу. Не получается, да? Да не отсюда, дядь Кот, не отсюда звонит-то, ёлки-палки. Блядь, так где он сидит, сука? Какие вы просто лошары, я не могу, блядь. Саня, он сзади тебя был. Сзади. Да уж, парни. Ну, инфу побольше говоришь, чтобы я понимал, ребята. Ой! Ой, лагает! Ну, не стабильнее! Где ты, блядь? Там. Ой, залагало! Ой-ой-ой! Он бессмертный, блядь, он с годмодом гоняет, блядь! Какой годмод? У меня 10 кп осталось! Покажи, остановись! А на рынок чистые 500! А вот это какие-то шаги называются! Ну чё, мальчики, девочки, спрятались там или как вообще? Какая у вас там идея? Не важно. Какао! Ой-ой-ой! Какао. Кто это у нас там на крыше лес? Какой? Никого больше нет. Да, конечно. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я сказал тебе, никого нет. Зачем ты сюда лезешь? Не получается, да? Блядь, вот такая подсказочка. Все не дома. Не дома. А где тогда? Блядь, тут нычек нет вообще. А где тогда? Джон, ты лопай, когда он тупит. Да слышь, туплю я. Ну-ка, ага. Кого-то я слышал. Не-не-не-не-не. Кого-то я слышал. Не-не-не-не-не. Сейчас за яйца вас поймаю. Олег, нельзя. Больно будет. Опа. Далек, выходи оттуда. Ага. А мы знаешь, где? Ну чё? А чё тут? Я же... Не понял. Я был уверен на 100%, что здесь кто-то будет. А я даже Джонни не вижу. А здесь никого, да? А главное, меня никто не видит. Это вот самое главное. Погоди. Сейчас мы вас найдем, ребята. Вы если реально думаете, что вы найдете. Вы если реально думаете. Блять, я так, сука, я не знаю, какой у тебя хитбокс башки, блядь, блядь. Я же вам говорю, ребят, если вы думаете, что кто-то из вас уйдет сегодня от меня, то вы очень глубоко ошибаетесь, я вам говорю правду. Олег, а ты точно все нычки? Я вообще даже выходить не буду. Ага, даже выходить не будешь, да? Ты точно все нычки знаешь? Конечно, Серёзя, ездит вина. Так, он опять на втором этаже. Так, ладно, ладушки. Сейчас, погоди, Сереженька. Я пока покушать приготовлю. Ага, так, не здесь, нет, ну рядышком. Никуда, да, получается. Так, никуда. надо вспоминать. Олег, не думай. А вот это зерё обложка. Это уже кипит. А вот это было зерё. Показывай, ты больше ночек показывай мне, Олег, чтобы я запомнил. Конечно, Джонни, естественно. Ну-ка.
Вот Денис, запоминай, чтобы ты гнали его. Чё ты прыгаешь? Прыгай. А так, где-то... Погоди, Санечка... Санечка где-то слышал меня, да, Саня? Ну ты же прыгаешь. Ой, зачем? Закрыл там проход, сиди там, да? Смотри. А куда это мы? Куда это мы? Куда это мы, Санечка, собрались? Гулять! Санечка! Гулять, да даже растрясти. Ну, Санечка, ну постойте. Ну, Александр, ну, Александр, ну что ж, а? Саня, живи. Ну давай, давай. Аня, он за тобой летит. Нифига, ты что делаешь? Ну что ж, Сережа, вот и остались мы с тобой вдвоем. Да ты вообще офигевший! Ты знаешь, ты сказал, что знаешь все нычки. То есть ты меня сейчас найдешь. Так, а вы за Олегом смотришь в нычке учить. Кажется, он туда идет, а может он туда. Надо вспоминать. Ну скажем так, Олег, где ты на улице? Подожди, не помню. Где-то у контейнеров. Ой-ой-ой. Опа, о, пошел нахуй. Да в смысле, ну я же сказал, никто не уйдет, я же сказал, а вы мне не поверили, трудня, а теперь чего, валяйте сейчас отдыхали, да-да. Только надо, короче, Олегу скинуть карту, посмотри все нычки нахуй, и новый заспавнить, чтобы он, блядь, думал, о, блядь, тут же нычка была, да. Так, давай, Олеж, выходи, я жду тебя, выходи, давай, раз на раз выйди, давай. Раз на раз, ты реально этого хочешь, Санечка, реально этого хочешь, да? Нет, я же передумал, да? Ну что ж, ребятки. Я просто, Олег, дубль 2. Да, дубль 2. Серьезно, этого хочешь, Сережа? Олег, я просто буду смотреть на небо и готовить. Подожди, он вышел уже? Да, я вышел, ребятки, я вышел. А, тут столько нычек, а он их не знает. Ага, конечно. Блядь, ты испугал меня, а? Так, та-да-да. Вы предупредили, блин, если что? Понял? И чё, кто-нибудь что-нибудь видит? Разделись, и все засали, смотри. И просто, ай, здравствуйте! Кто кинул флешку? И вот, здравствуйте! И вот... Да-да. Блин, сейчас руки длиннющие, блядь! Ну я же сирена... Ну я же сиреноголовый. Ну что ж вы, люди добрые. Да вы понимали, он с улицы меня резал, когда в доме был нахуй. Да, кстати, там я вообще не понял, как я тебя зарезал. Так, Серёжа! Серёжа! Зачем? Ага. Опа, что ты там взял? А что это? Та сиреноголовый еще с диглом оказывается, прикиньте, блядь. Просто зачем такая радиация, блядь, просто. Да-да, ребята. Вот там все поливал, да? Вот там. О! Чего? Какая ты стерва! Чего? Вот Кен сидит 105 часов в ДМе, нахуй. Олег, я клянусь, у меня нету ВХ, клянусь, нету! Ребят, вот за этот момент лайк, это легендарный момент просто. Я клянусь, я не знал, что Саня там сидит, я клянусь вам. ВХ не было никакого. Еще в голову еще. Это просто демки мувики тайм-кода. Это просто демки мувики тайм-кода. Ошалеть просто вообще. Это лайк однозначно. Подтвердите, я отправил. Это лайк однозначно просто, я вам реально говорю. Так, а Серега там походу, да? Я дом. Олег, все, я отправил. Это че? Все, Олег, второй раз не получится. Это че было сейчас вообще такое? Как я Саню убил? Он реально был вот в этой просто цистерне? Офигеть, просто вообще. Все, я уже пожаловался. Так, Серега, а ты в доме на крыше сидишь, правильно я тебя понял, да? Нет, я просто в доме. Просто в доме сидишь, да? Просто в доме, где-то. Где-то, да? Где ты сидишь, блядь, я даже не... А, ну неплохо. Погоди. Ну, Олег, я не сказал, в каком я доме. Ага, в каком доме, ой, да? А что это, Олег, залагало, да? Залагало на секунду. Залагало. Ну, серьезно. Этот пинг, я не сказал, очень жесткий пинг, один. Там такой маленький, небольшой. Да, конечно, тебе, конечно, верить можно, да, ты что там был, ну, без шуток, ты там был. Да, не верю я тебе. Изначально был. Да не верю я тебе, нет это тебя.
Ну нет же там тебя, че ты мне вот гонишь? Да, ага. Не, серьезно. Ой, залагало. Ой, залагало. Залагало. Ой, а залагало. Опа, 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 видишь? Опа, 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 опа. Виу. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. А пошел нахуй. Опа, опа. Опа. Танцуй, Сережа, танцуй, танцуй, пока молодой, давай. Малышка, танцуй. Зря он вот там радует. Теперь точно будет резня. Вот сейчас я просто вот самая просто моя приоритетная цель, это Олег. Уверен, да? Давай, я тебе дал подсказку, ты должен был услышать. Ты услышал, нет? Нет. А вот так, если. Вот так, если. Слышал, не, нет? Не слышал. Тогда ладно, тогда поднимайся на второй этаж. Не слышал. Точно на второй этаж? Конечно, брат. Я тебе, конечно, верю. Разве могут Олег, быть сомнения? Я на втором этаже. Ты на первом. На первом он, да. Да, на первом, ты врёшь. Блядь, это опять текстура ебаная, да? Сука, иди ты на... Я в сантиметр сейчас был от него, пацанами. Так, подожди, я резал не регало. У меня... Залагало, что ли? Джонни, на улице никого нет, ну что ты делаешь? Так, ладно. Он на первом. Да, телепортал у меня, сука. Да почему на лестнице телепортирует быстрее? Да, сука, иди нахуй, блядь. Я так и знал, что на текстура ебаная. Прикиньте, этот бот, поняли? Этот бот. Блядь, я вообще, я повелся два раза на клона просто. Этот бот, понимаете, этот бот, а? Бот? Ой, сейчас кто-то договорится вообще, Олег. Он реально там пиздится, я вам отвечаю сейчас. Я просто, он умрет, я вам возражу, я его еще раз убью, маху просто. Этот бот, вы слышите, да? Такие вещи вот злые говорит, а? Ну что-то там, Джонни, а? Выходить там будем или нет там, а? Блять, я же в этой комнате. Какой комнате? Какой? Вот я на лестнице. Какой? Вот это ты, да? Вот, так, да. Пол-то лава, все, ребят. Бля, он на первом этаже, короче, он отвечает. Ну да, он на первом, что говорим. Да, он. Не удивляйтесь. Ну ладно, Джонни, еще подсказку, слышишь? Давай, носатый. Бля, сейчас давай я других убью, что ты на десерт. Вот туда. А теперь он сзади уже. Джонни. Да блядь! Ну давай, носатый, ну шо ты, а? Джонни, он реально сзади был. Тихо. Сейчас все будет. Да, текстура бегает, да, блядь, скажи еще вот эту. Блять! Ау! Блять, ну где-то, ну, черт, ебать, я клянусь, я хочу сейчас просто уничтожить его. Ну вернись обратно на первый этаж, ну куда ты побежал-то, а? Да, вот зайди так же через парадную дверь, соответственно, ищи так. Меня где-то на первом этаже. Где-то примерно там ориентировочно я буду тебя ждать, Джоя. А ты же метод. Ну не на втором этаже, я же тебе говорю, ну на первом этаже. Ну что это вот, блядь, ебучка тупая, блядь, как у тебя прям. Ой, ну что ты, братишка, притих, обида залита в груди. Ну, Джонни, что там на лестнице делаешь, да? Саня, я не на лестнице. Не на лестнице, а? Он, можешь, конечно. Проверить. Ну, иди, конечно. Проверь. А вот, смотри, ручка торчит. Блять, сука, ну это пиздец. Как мне прятаться, как мне вас убить, блять? Короче, и не засал раз на ножах, блять. Смотри, гуськом еще попал. У тебя там 2000 хп. Сука, где ты, блядь? Где ты, сука, тебя найду? Вот он я! О, это кто? Что сейчас было? Где ты, нахуй? Да, блядь. Олег, хорошая нычка. Да, вообще, я такую нычку у меня, просто гонял. Где он? Покажи пальцы, где он? Да, помните. Мудауч. Он в лабиринте. Что это за звук сейчас был? Пап, прыгунчик. Ну, Джонни, а? Вы так близко и так далеко. А, вон он, смотри. О, нифигачик! Залагало, да? О, ему! Ему лаги какие же! Ему лаги, бля! Ему лага! Жик! Ай! Похуй! Главное, вот это... Чему нахуй сейчас в лобби сидит, бля? Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот видосик сегодня получился. Фауничку в CSGO, смешной, угарный, веселый, все как вы любите, дорогие друзья. С вами сегодня был, как всегда, Лежу Кофе, Джонни Фуджаки, Азончик Алексбук, Серега Бутов. Обязательно ставим лайки, обязательно подписываемся на все наши каналы. На этом сегодня все, дорогие друзья. Огромное спасибо за просмотр, всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока, ребята. Пока.